Всем привет! Меня зовут Аня, и я живу в Майами. В Майами я переехала буквально 3 месяца назад из Нью-Йорка, где прожила 13 лет. Я по профессии вообще зубной гигиенист, но также я health coach. Ввели карантин, да, из-за коронавируса. Клиентов очень мало, люди боятся идти на контакт, поэтому сейчас ситуация такая не очень хорошая с работой, но во всем остальном, в принципе, не так уж плохо. Обстановка здесь, я бы не сказала, что много паники. На самом деле, много людей можно видеть на улице вечером, гуляющих с собаками, с детьми. Я живу в русскоязычном районе Майами, он называется Sunny Isles. Здесь много людей из России, из Украины, из стран бывшего СНГ. Полиция, но она нас не догонит. И там полиция, а вот, кстати. А там вот тоже машинка под домом и собралась. Стараются выходить, гулять. Большинство людей, конечно, в масках. Магазины сейчас не пускают без масок. Вот мы вчера пошли с мамой в магазин, забыли маски дома. Хорошо, что у нас оказались с собой сумки-платочки, такие бумажные, которые мы смогли просто наложить на лицо и прижать на носу солнечными очками, таким образом получив своеобразные маски. Вообще маски обязательно. Это только с прошлой недели сделали обязательным носить маски везде. На улицу нам выходить не запрещают, гулять, в принципе, можно, никто никогда не подходил, никакая полиция не спрашивала документы, не спрашивала, не говорила возвращаться, не гулять. На South Beach, это самый юг Miami Beach, там ночью нет никого, и несколько раз я там гуляла за последнюю неделю, и там нет ни патрулирующих полицейских, ни какого-то пляжного патруля. Поэтому люди спокойно даже приходят и купаются, и как бы все нормально. В магазинах, в принципе, все есть. Поначалу у нас не было туалетной бумаги и таких салфеток больших, мы их называем баунти. В аптеках ограничения, у нас просто в аптеках продается все. То есть там и продукты, и что-то для дома. Туалетную бумагу люди обычно покупают в аптеках. И есть ограничения на человека покупать 2 рулона. Ну, она есть, в принципе, можно купить 2 рулона, вернуться через 5 минут, купить еще 2.